Здравствуйте, меня зовут Коди Арчер. Добро пожаловать на программу «Возрождение сегодня». Мы очень рады, что вы к нам присоединились. Нам будет интересно узнать, где вы нас смотрите. Пожалуйста, сообщите нам, откуда вы. Как всегда, напоминаем, что «Возрождение сегодня» — это совместный проект служений «Возрождение Израиля» и «Тикун Интернешнл». Мы рады послужить вам, нашим друзьям со всего мира, и рассказать, что делает Бог на Святой Земле. Сегодня особенный выпуск с двумя лидерами, представителями старшего и младшего поколений. Это Тодд Вестфолл, здравствуйте, и Эндрю годжин Вы из США? Да, из Фредерика, штат Мэриленд. Спасибо, что приехали. И вам спасибо. Прежде чем перейти к теме выпуска, хочу попросить наших зрителей поделиться этой записью. Мы стремимся достичь как можно большего количества людей. Уверен, что это ободрит и вдохновит вас в приближении Царства Иешуа. Аминь. Тот, начнем с вас. Вы из города Фредерик, штат Мэриленд. Вы пастор, но вам нравится называть это словом «роэй». Да, как на иврите. Рой — это пастырь. У вас невероятный дар лидерства. Каждый раз, когда я оказываюсь рядом, мне хочется, чтобы вы вели и направляли меня. И даже воспитывали посохом, если нужно. Расскажите нам, кто вы и как пришли к вере. Конечно, я пришел к вере в 12 лет в Миннесоте, в маленьком городке с населением 150 человек. После школы пошел во флот и вновь посвятил свою жизнь Богу в 18 лет. С того дня и по сей день я хожу с Богом и служу Ему. Сейчас мне 54. Тогда, сидя в кампусе, я сказал, Господь, если Ты проведешь меня через все это, я буду служить Тебе все дни своей жизни. Он провел, поэтому я служу Ему. Это настоящее благословение служить Богу. Говорю это как на духу. Как вы примкнули к мессианскому движению в Соединенных Штатах. Я служил во флоте Вирджиния Бич. Там же я встретил свою жену Дебору. Ее брат был старейшиной в собрании Эль-Шадай в Мэриленде. Однажды мы поехали его навестить и познакомились с Ашером Интрейтером. Он снабжал нас посланиями, записями и ежемесячными письмами. Это было 80-е годы. В результате этого удивительного общения мы решили трудиться вместе с ним. В 90-м году мы уже переехали во Фредерик чтобы стать частью, да, чтобы работать с детьми и молодежью. Значит, вы начинали как молодежный пастор. Совершенно верно. Я профессионально работал с детьми и молодежью, прошел обучение в Мессианском библейском институте Роквилла в штате Мэриленд. Профессорами этого института были Дэн Джастер, Эйтон Шишков, Майкл Браун. Это была настоящая сокровищница знаний Потрясающе. Как вы познакомились с Эндрю? Мы познакомились, когда он был еще подростком. Его семья занималась музыкальным служением. Мы познакомились, и они стали приезжать в Эль-Шадай. Эндрю помогал продюсировать музыкальный диск, который я записал несколько лет спустя, после нашего знакомства. Он очень одаренный музыкант и продюсер, и смиренно служит Господом. Чудесно, Эндрю. Расскажите нам, как вы оказались во Фредерике и в эль -Шадай как вы пришли к вере. Я рос, когда мои родители были в служении полного времени. Это было музыкальное служение. Мы сколесили все восточное побережье США, служили на ярмарках и вели поклонения в различных собраниях и церквях. Я служил вместе с родителями и братьями. У нас еврейские корни, поэтому мы выросли с желанием больше узнать о праздниках. Также мы следили за кошерностью, но мы делали это просто как семья, а не как община. Собрание во Фредерике было к нам ближе всего, поскольку я рос в Пенсильвании. И вот мы переехали туда. Мы никогда не встречали такой любви друг к другу и к Господу, такой чистоты в общине, где бы то еще ни было. Мы просто влюбились в эту общину. Потрясающе, чем вы занимаетесь сегодня служу в собрании, в служении поклонения, а также в администрации, в служении молодым людям и ученичестве. прекрасном. Мне очень нравится, что в процессе своей деятельности в США вы вкладываете много сил и времени во взращивание следующего поколения. Вы помогали проводить несколько мероприятий программы «Новые лидеры». Расскажите, как действует Бог среди следующего поколения. Мне нравится передавать то, чему учил меня Ашер. Когда я приехал в Эльшадай, мне было 26. Ашер сразу увидел во мне одаренность и призвание и начал их развивать. Он формировал меня, как в первом послании Тимофею, чтобы быть примером в вере, в поведении, в чистоте, в поступках, в свидетельстве, как сказано в 12 стихе, во всем том, о чем писал Павел. Ашара воспитывал меня, чтобы я был примером в той сфере влияния, которую он мне дал. В тот момент я по-настоящему осознал важность того, что Бог призывает людей и дает им дары в молодом возрасте. Думаю, что порой канал служения блокируется, пока кто-то не займет определенное место. Большая часть служения происходит во время рабочего обучения, пока вы служите, наставляете и работаете с различными людьми. Да, это прекрасно. Расскажите о мероприятиях, которые вы вели. В Тикун Америка мы собирались с новыми лидерами из собраний семьи Тикун. Это около 70 лидеров с разными служениями в различных собраниях. Это дьяконы, старейшины, лидеры прославления, лидеры детских служений. Мы собираем их всех вместе, чтобы поделиться информацией, ободрить, укрепить их и наладить связи Завета между поколениями. Я знаю, что вы служите как пастор пасторов. Вы ведете свое собрание Эль-Шадай и также много вкладываете в других пасторов и лидеров. Теперь давайте заглянем за кулисом. Вы работаете и наставляете молодых, менее зрелых верующих. Как вы, представитель старшего поколения, храните свое сердце, когда какие-то молодые люди не идут за вами и совершают различные ошибки как вы сохраняете мир в своем сердце. Думаю, важно видеть, что все мы, пожилые и молодые отцы, мы все отцы, это служение отцовства, в том числе для матерей и лидеров. Когда вы видите такого человека, нужно напомнить ему, что Господь призвал нас в свой завет, чтобы мы служили и действовали вместе напомнить, что для него всегда есть место, и мы готовы много общаться, обсуждать все вопросы до и после. Это долгий процесс. У вас есть маленькие дети? Так? Когда они учатся ходить, они запинаются и падают. Я прав? Разве вы говорите? Глупенький, ты не должен падать, ты должен уметь ходить. Нет. Вы говорите, «Ты сделал четыре шага, я тобой горжусь». Здорово, так ведь? Я говорю и так, и так, наверное. Точно. Не спорю, когда они делают что-то неправильное, их нужно воспитывать. Но вы делаете это лишь для того, чтобы у них все было в порядке. В послании филиппийцам сказано, «Когда мы общаемся с вами, наше самое главное желание — поделиться с вами нашей благодатью». Поэтому мы сохраняем атмосферу благодати и общения. Да, это важно. Это глубокий подход. Эндрю, что скажете вы? Вы следующее поколение. Вы миллениал. Вы пришли после лидеров первопроходцев, которые положили свою жизнь на то, чтобы основать собрание и служение. Что вы чувствуете как более молодой человек? как вы сохраняете мир на сердце, когда вам кажется, что ваши лидеры не понимают вас как миллениала, не понимают ваших желаний или манеры общения, когда растет напряжение, как храните сердце. Прежде всего, я думаю об Иешуа. Смотрю на его отношения со своим отцом. Он сказал в Гефсимании, «Не моя воля, но твоя да будет». Он знал, что отец любит и принимает его. Отец говорил ему, «Се есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Если у вас есть такое заверение от лидера, который вас любит, тогда вам легче подчиняться, даже если ваша семантика, методология или методы служения отличаются. Когда у вас есть лидер, который вас любит, вам нужно об этом помнить и подчиняться ему. Если вы берете на себя ответственность, и подчиняетесь духовной власти, тогда вы сможете принять настоящую духовную власть. Тот привел, в пример, ребенка, который спотыкается и падает. Я помню, что однажды утром во время поклонения мне пришло слово. Я упомянул о нем, но не послужил этим словом. Позже тот подошел ко мне и сказал: Ты получил слово, так? Я сказал Да. Он спросил, почему ты мне поделился? Я сомневался. Он ответил: Давай сделаем так. Ты не будешь сомневаться, не будешь ничего удерживать. Лучше, если потом мы поговорим о том, как оперировать этим словом и мудростью, чем удерживать то, что ты хочешь сделать. Когда у вас есть такие лидеры, намного проще подчиняться духовным властям и действовать рука об руку. М -м, сильное слово. Мне понравилась ваша история. Знаю, что вы оба отцы в вере. Ашер вложил веру в вас, вы вложили ее в Эндрю. Эндрю вкладывает ее в молодых людей. Мы знаем, что одно из пророчеств в 4 главе Малахии говорит о том, что Бог обратит сердца отцов к детям, а сердца детей к отцам. Как вы думаете, в чем ключ к переходу на следующий уровень в наших собраниях? Сегодня подчас складывается такая ситуация. Сильный служитель Божий преуспевает, но вокруг него нет никого, кому он передаст свое служение. Я чувствую, что Господь говорит: Нет, я дал вам не такой образец. Я хочу, чтобы сердце Отца передавало что-то следующему поколению. Я правильно понимаю? Но как вам кажется, что может помочь расширить такое сердце? Я начну. Конечно. Хочу сказать так. Доказательство того, что вы лидер в том, что за вами следуют люди. Если вы сам себе лидер, но оглянувшись, видите, как вы одиноки, значит, вы никого не ведете. Цель лидера соединяться с людьми ради их пользы. Цель пастуха заботиться об овцах ради славы Бога. Он добрый пастырь, который любит своих овец и положил за них свою жизнь. Думаю, одна из важных черт лидера — постоянно подталкивать людей вверх, толкать их вперед, поднимать, толкать вперед, устраивать такое место, где люди смогут служить и отдавать себя. Стих из книги Малахии имеет двоякий смысл. Дело не в том, кто важнее — отцы или сыновья, а они заодно. Порой сыновья могут что-то увидеть и прийти к отцам. Порой отцы могут что-то увидеть. Мы трудимся вместе. У нас партнерство поколений. Мы можем увидеть, что работу вполне можно выполнять вместе. Мы разные поколения, но действуем мы заодно, как одно единое целое. Мы одна команда. Да. Вы хотите что-то добавить? Могу сказать, что молодой лидер должен почитать старших, обратить сердца к отцам, значит помнить, что они были первопроходцами. Они приготовили для нас место, они вложили много труда и любви, чтобы действовать вместе с нами и принимать нас. Нужно помнить об этом и почитать их. Мы точно так же подталкиваем и поднимаем их. В Царстве Бога нет пенсионеров. Мы все бежим, взявшись за руки. Партнерство очень важно. Я всегда говорю так, Господь, я принимаю решение почитать, и тогда Ты почитаешь меня. Очень хорошо. Наша программа близится к концу. Поговорим о связи Америки и Израиля. Почему это важно? Как действует при этом Бог? Мы, как Тело Христова, живем в удивительное время. Если вспомнить историю, отцы-основатели, такие как Уитфилд, Уайклифф, Тиндейл и все остальные, служили, когда Израиль не был независимым, самостоятельным государством. Наше поколение верующих служит, когда Израиль стал самостоятельной страной, в которой есть остаток наполненных духом верующих. Трудясь вместе, кооперируясь ради царства, мы помогаем ускорить возвращение миссии мы, как американское движение, как диаспора, смотрим на этот остаток, на Израиль, на то, что Господь говорит и делает здесь, потому что хотим, чтобы ради дел Царства наши сердца настроились на одну волну с тем, что происходит на Святой Земле. Мы усердно трудимся, чтобы построить этот мост. Мы считаем, что важно укреплять этот мост и поддерживать его. Потому что если отцы-основатели делали это, тем более Бог велит делать это и нам с вами. Очень хорошо. А теперь, Эндрю, я говорил о подчинении духовным властям. Когда страны мира и Израиль на одной волне, когда Господь восстанавливает в Израиле апостольство, оно начинает двигаться и в других странах. Оставаясь на одной волне, мы видим, как в нашем городе, в нашей общине происходят потрясающие вещи. Как евреи, так и язычники приходят к вере. Мы с восторгом смотрим на то, что делает Бог. Аминь. Чудесно. Сколько в этом глубины? Спасибо вам. Друзья, еще раз напомню вам, что вы можете делиться записью этой программы. Чувствую, что Бог желает многим нас наделить. Через мгновение мы вместе помолимся. Сердце отца — это очень важно. Будь вы духовным отцом или матерью, Бог желает умножать это служение на земле. Ашер написал книгу «Объединение». Мы хотим подарить ее вам. В ней тоже затронута тема объединения сердец отцов и детей. Мы подарим вам эту книгу, если вы зайдете на сайт, адрес которого на экране. Ашер написал эту книгу в прошлом году. Она затрагивает много разных тем. Мы хотим благословить вас этой книгой от всего сердца. Давайте помолимся и за старшее поколение, за сердце отцов и за молодое поколение. Высвободим что-то для наших друзей со всего мира. Аминь и аминь. Давайте молиться вместе. Отец, благодарим Тебя за Твою благость и за всех тех, кто нас смотрит. Благодарим Тебя, что Ты наш Искупитель и Восстановитель. Эта сфера в теле Мессии искуплена. Старшие и младшие трудятся вместе. Господь, работы больше, чем достаточно. Мест за столом больше, чем достаточно. Поэтому мы просим, чтобы ты открыл сердца отцов, чтобы их сыновья трудились вместе с ними. Чтобы ты служил через них, чтобы ты вдохновлял их учиться, играть свои роли, нести ответственность и подчиняться властям, которые ты поставил в их жизни. Вдохновляй их, Господь. Мы молимся об исцелении сердец всех тех, кто был чем-то ранен или травмирован. Отец, молюсь, чтобы твое любящее сердце Отца изливало свой елей и вино. Служи сердцем Твоего народа исцелением и восстановлением. Господь, запасного плана нет. У Тебя один план, чтобы сердца отцов и сыновей всех поколений шли вместе и служили вместе во имя Иисуса. Спасибо, Господь. Также я молюсь о способности поколений принимать друг от друга. Расширь сердца молодых лидеров, чтобы они могли принять одобрение принять власть, любовь от тех, кому они подчиняются. Господь, я молюсь, чтобы старшее поколение могло принимать это почтение и это благословение. Я молюсь о новых о волнах единства поколений. Пусть стены между ними рушатся, пусть придет Твое Царство, и будет Твоя воля на земле, так же, как и на небе. Воздаем Тебе великую славу и молимся во имя Иешуа. Аминь и аминь. Ребята, было сильно. Спасибо. Нам, живущим в Израиле, порой кажется, что все так сложно и тяжело. На нас идет столько атак. Но когда мы знаем, что такие люди, как вы, на другой стороне планеты стоят за нас в одном завете, в партнерстве, в молитвах, здоровые христиане, которые трудятся ради Царства, держат с нами связь, это очень ободряет. Мы вас любим и молимся за вас. Мы знаем и чувствуем это каждый раз, когда встречаемся. Спасибо, что были с нами. Мы с радостью будем рассказывать, что делает Бог. Пожалуйста, делитесь записью этой программы. Спасибо, что были с нами в этом выпуске программы ⁇ Возрождение сегодня ⁇ Увидимся через неделю. До встречи!